Вот это да! Ты, ты... Я хочу есть! Я умираю от голода! Я готова съесть целого слона! Начну с этого. Нет! Глазам своим не верю! Получилось! Ты... Слава богу, заснула. Заснула? Ты ничего не понял. Она только что проглотила мое отравленное яблоко. Доза смертельная. Не представляю, что с ней будет. Как мне не везет сегодня. Это не мой день, ты слышишь? Посмотри на это с другой стороны. А, впрочем, ты прав. Сегодня не твой день. Что же нам делать? Да что с тобой? Неужели отравленная спящая принцесса представляет собой что-то из ряда вон выходящее? Любой уважающий себя волшебник знает, как снять заклинание. Конечно, я знаю, как снять заклинание. Я не говорил, что не знаю, как это сделать. Вот именно это заклинание очень даже легко снять. Очень хорошо, Гарик. Так в чем же дело? Действуй, а заодно верни слова в мою книгу знаний. Да. Я могу снять это заклинание, но, к сожалению, сию минуту сделать это невозможно. Дело в том, что мне нужны для этого специальные ингредиенты. Смертная волшебная русалочная принцесса ниндзя. Все понятно. А что конкретно тебе нужно? Очень хороший вопрос и очень простой ответ. Ну, не томи. Да-да. Для того, чтобы разбудить спящую принцессу, нужно взять две вещицы. Хранилище человеческой души и слезную мольбу человека с красной кожей. Хранилище человеческой души и слезную мольбу человека с красной кожей. О, какой ужас! Ай-яй-яй, розовая пантера, жизнь девочки висит на волоске. У тебя что, голос изменился? Взрослеешь, друг мой. Я рад, что оказался свидетелем этого. Я своими собственными ручками приготовил этот десерт 3 месяца назад. Все, наверное, слегка зачерствело, но не стоит опасаться последствий. Если вы сломаете зуб, у меня на примете есть великолепный зубной врач. Пирожное в день и твой врач не удел. Пол, вам не подадут голуби до тех пор, пока вы не покончите со своей печенью. Да, Пол, вы единственный, кто еще на стадии закусок. Я просто смакую каждый кусочек. Я скорее стану пить капустный сок, чем отправлю в рот печенку какого-то бедняги. Это варварство. Отлично! Еще одна страница из моей книги знаний. Через несколько секунд
Мы заберемся в корзину, раскочегарим наш шарик и полетим сквозь облака над национальным заповедником Масаи-Мара к озеру Виктория. Озеро Виктория – второе по величине из пресных озер мира. Оно уступает только верхнему озеру, что и говорить, верхнее оно и есть верхнее. Какой ужас! Мы потеряли рычаг управления. Нужно чем-то его заменить. Что вы? Это же плохая новость, друзья. О, нет! Это похоже на клюв птицы. Как это грустно! Щедрое дерево. Мимо шел, дай, думаю, загляну к вам. Ты бог ветра? Нет. Тогда ты нам не интересен. Никогда не знаешь, пригодится ли тебе когда-нибудь простой мешок. Это хвост и плавник огромной акулы. Для чего отрезали хвост и плавники у акулы? Все очень просто. Ради денег. Ради денег? Но это так жестоко. Мы получаем за это много денег. Никогда не знаешь, пригодятся ли тебе когда-нибудь морские ракушки. Привет, я морская змея. Моего яда достаточно, чтобы вырубить 70 взрослых людей. Я самая ядовитая змея в мире. Как говорится в старой ирландской поговорке, если чего-то можно ждать от моря, то никогда ничего не дождешься из могилы. Надеюсь, что ядовитая змейка не сделает мне ничего плохого. Эпитафия для умирающей белой акулы. Моя печаль была бы иной, коль скоро я бы целиком отправилась к кому-нибудь на стол. Но изувечить бедную акулу просто так, не ради ее мяса или шкур, я муки приняла из-за своих акульих плавников. Какой позор и горе! Ах, если б силы мне вернуть и отомстить за все! Какая трагедия! Великая акула, клянусь, я верну тебе твои плавники, или меня зовут не Розовая Пантера. Я буду тебе очень признательна, Розовая Пантера. Ой, эта мурена выглядит очень голодной. Ее острые зубки пугают меня. Может быть, предложить ей что-нибудь, а то как бы она не съела меня. Что это у тебя? Печенье. Выглядит намнямисто. Ой, я зуб сломала. Какая жалость. Ты знаешь, сколько берут зубные врачи здесь, под водой?
Не трогай эти бесценные плавники. Когда нам станет невмоготу от голода, мы сварим из них суп и съедим его. Послушай, Буки, здесь, я думаю, на всех хватит. Тебе повезло. Из морских ракушек можно приготовить очень вкусный суп, когда нечего есть. Очень вкусно. Никогда не ел такой вкусный суп. Ну вот, супчик готов, ракушки сварились. Может быть, они не заметят, если я возьму несколько акульих плавников. Очень вкусно. Свое обещание. Я снова стала дееспособной акулой. Теперь я смогу, как прежде, гоняться за морской живностью, заглатывать ее, в общем, жить полной жизнью. А может, мне сделаться вегетарианкой? Ну, ты знаешь, они даже молочные продукты не употребляют. А, может быть, ты лучше поможешь мне? Лодка на приколе, ветра нет. Не подбросишь ли ты меня до места назначения? Я теперь обновленная акула с большим сердцем. Помогу тебе с удовольствием. Вперед на остров дракона! Из моей книги знаний. Тебе лучше смыться отсюда побыстрее. Спасайся, слышишь? Иначе тебя сожрут эти отвратительные драконы. Как я их ненавижу. Согласно указателю, все драконы в той стороне. Только те, которые обслуживают туристов. Драконы свободно перемещаются по всему острову. Ловушка для туристов. О нет, все кончено. Мне не уйти. Я не буду ветчиной для твоего бутерброда. Ух ты, мой поросеночек! У-тю-тю! Отпусти меня! Нет, это совершенно невозможно! Sharp teeth, deadly saliva makes my bite smell less than sweet. I swallow my prey whole, that means hoofs, coat, and gizzard. Do not attempt to adjust your monitor, lizard. If you thought that dragons just lived in fairy tales, I'm here to tell you that ain't so. Just lived in fairy tales. There are
dragon in Komodo. I never wanted to hurt nobody, baby. Maybe you could say it's kind of in my nature. Yeah, yeah. I'm a lizard to be reckoned with. I use my tongue to catch a whiff. Not a choosy eater if you catch my drift. Now I'm a native Indonesian with the gift for causing lesions. I'm a cannibal, baby, no ifs, ands, or maybes. I prey on those twice my size, if that's what it takes to keep myself alive. Thought that dragons just lived in fairy tales. I'm here to tell you that ain't so, no, no. Thought that dragons just lived in fairy tales. Dragons in Komodo. Thought that dragons just lived in fairy tales. I'm here to tell you that ain't so. If you thought that dragons just lived in fairy tales, no, no, there are dragons in Komodo. If you thought that dragons just lived in fairy tales, fairy tales. Привет, Маура. А что это ты там делаешь? Собираюсь приготовить себе бутербродик со свежей ветчиной, вот что. А ты иди отсюда. Знаешь, там туристы раздают дохлых козлов. Им хочется угостить нас. Так гораздо проще утолить свой голод, чем гоняться за этим психованным куском ветчины. Я не продажное домашнее животное, как некоторые. Я крутая драконша, способная за один раз отложить 30 яиц. Обожаю настоящую охоту. Да, кстати, если ты забыл, мы, комодские драконы, едим себе подобных. Так что исчезни, пока я тебя не проглотила. Так, на чем мы остановились? Ядовитая змея, спасайся, кто может! Я что-то не так сказала? Ух, конец был так близок. Большое тебе спасибо. Вот, возьми от чистого сердца. Что это? А как ты думаешь? Тот самый бутерброд с ветчиной. А, премного благодарен. Послушай, здесь нет ничего личного. Я просто подумал, что это, впрочем, не важно. Джунгли Борнео. Интересно, что бы это значило? О, здрасте! Ты нашел наше послание. Сейчас я научу тебя, как прочитать его. Эти зарубки означают, что мы отправились в поход вчетвером. А вот это говорит о том, что мы уже в походе 2 месяца, 2 луны. Любой дояк, как они нас называют, умеет читать эти послания. А вы, случайно, не являетесь хранителем человеческой души? Я, по-твоему, похожа на птицу-носорога?
Наш народ верит, что именно легендарная птица-носорог является хранителем человеческой души. Это священная птица. Надо было вовремя уходить отсюда. Точное попадание. В этом дереве живут птицы-носороги, хранители человеческой души. Птица-муж замуровал свою жену внутри дерева на то время, пока она высиживает птенцов. С птицей-мужем должно быть что-то случилось. Он не возвращается домой. Мы проталкиваем в гнездо еду, когда они нам позволяют это. Но птица-носорог должна сама открыть свое гнездо изнутри. Но они не видят клюв своего мужа и отца, и поэтому боятся выбраться наружу. Я слишком слаба, чтобы идти. Умираю от голода. Я уже много дней крошки во рту не держала. Можно тебе предложить бутерброд с... А если я покажу им этот клюв, они подумают, что папа вернулся и выберутся наружу. Удивительно. Божественно. Нам бы очень хотелось отметить это событие памятной татуировкой. У меня есть необходимые для состава корешки. Осталось найти что-нибудь острое, чтобы заточить палку. О, зуб мурены, замечательно. Возьми это в знак нашей благодарности. Спасибо. Нам пора в путь. Это тебе, птица-носорог. Иди сюда, маленький хранитель человеческой души. Я не сделаю тебе ничего плохого. Почему бы тебе не попробовать свить гнездышко здесь? Что надо, приятель. Вот, возьми, это тебе за хлопоты. Будем здоровы. Ой, но я же мультяшный персонаж. Я не... А, впрочем, может быть, это пригодится на вечеринке дома. Послушайте, Пол, меняю бутылку шампанского на вашу печень. Мою печень? Ты хочешь, чтобы я пол печени тебе отдал? Мне нужна ваша лишняя печень, запасная. Отлично, по рукам. Yeah.
ты, миссионер, хорошего понемножку. Весь мир твердит о том, что если масаи не перестанут жить, как жили их предки, они исчезнут с лица земли. Масаи могут приспособиться к чему угодно, только не к вашей жизни. Если надо, мы перестанем разводить скот и займемся охотой. Если надо, мы бросим охоту и займемся земледелием. Мы поддерживаем друг друга и помогаем пережить Эмутай. Эмутай? Эмутай. Это время несчастья. Много мы их повидали на своем веку, но такого, какое случилось в 19 веке, не было никогда. Засуха, голод, эпидемия, оспы обрушились на мой бедный народ. Чума и плевропневмония уничтожили все поголовье крупного рогатого скота. А масаи выжили, несмотря ни на что, и продолжаем жить по сей день. Пока у нас есть наш скот, все будет хорошо. А как получилось, что масаи держат такое огромное количество скота? Мне кажется, что каждый представитель вашего племени занимается скотоводством. Почему? Они тебе сейчас сами расскажут. Запевай! The first Masai was a man they called Masinta, and God spoke unto Masinta and said he'd send him down some cows. Send him some cows. God told Masinta, build a cattle enclosure. That's the call a crowd. And before you know it, God told Masinta, there'll be cattle on the ground. The first Masai was a man they called Masinta, and God spoke unto Masinta. Said he'd send him down some cows. Send him some cows. Now Masinta thanked God in advance and asked him what in return he'd seek. And God told Masinta, hey, it's on the house. But God also warned Masinta of one other thing. He said, don't make a sound or a peek. Streamed down right from the sky. It was the strangest thing to see. A nearby hunter let loose a big cry. Masinta thought, I hope God don't think that was me. But he did. Now the myth is not the only reason Masai herd cattle. It makes sense ecologically too. For moving around, seeking water and fresh food keeps nomad people healthy too. Masinta. Я стал мужчиной. Я уже не мальчик, поэтому мне обрили голову и окунули ее в красную охру. Скоро я смогу жениться. Поздравляю заранее. Сегодня должен быть праздник, но мой скот мучит жажда, и я должен вести его на водопой. Ему нужна пища, и я должен вести его на пастбище. Но моя жена только что родила ребенка, и это надо отметить.
жертвоприношением и свежим мясом. Но мой ослабевший скот не подходит для этой цели. Любой из моих соседей одолжил бы мне своего бычка для жертвоприношения, но все ушли на новые пастбища. А почему бы тебе не заколоть козленка или барана? Мы этим питаемся каждый день. А в такой благословенный день требуется мясо священного животного. У тебя нет ничего подходящего. Может быть, я найду что-нибудь? Это печень молодого вола? Спасибо тебе. Теперь я смогу отпраздновать рождение моего ребенка, не нанося урон своему стаду. Скоро мы отправимся на новые пастбища. Дорогая, розовая пантера принес нам огромный кусок печенки. Это так мило с его стороны. Еще раз большое спасибо. Я знаю, что ты сделал доброе дело. Почему же ты такой печальный? Одна маленькая девочка серьезно больна. Она не может проснуться. Какая ужасная трагедия. Дети, как яркая луна. Можно я скажу кое-что? Слушай. О лапа, ой бор инкера. Что это означает? Дети, это яркая луна. Понятно. Если ты скажешь эти слова красному богу, может быть, он смилостивится. Существуют два бога. Черный бог и красный бог. Красный бог плохой, а черный бог хороший. Черный бог живет рядом с человеком, а красный бог живет над человеком. У тебя же красная кожа, и ты только что научил меня молитве. Повтори еще раз. Ну, в общем, это не совсем молитва, а старая поговорка племени Масаи. Можешь не сомневаться, это станет молитвой. Как ты там говорил? О лапа, ой борын кера. О лапа, ой борын кера. О лапа, ой борын кера. Спасибо. Ты себе даже представить не можешь, как ты мне помог. Перо хранителя души. Так, но мне кроме этого еще нужна слезная мольба человека с красной кожей. Эту молитву мне передал человек с красной кожей, образно говоря. Ну и молись, а ты танцуй! Почему ничего не получается? А разве ты не должен произнести какие-нибудь магические заклинания или что-то в этом роде? Пыш, пыш, пыш! Волшебство свершись, и девчонка, разбудись! Этому... трудно найти объяснение. Раньше я чувствовал, что какая-то мистическая волшебная сила помогает мне, а теперь она пропала. Я сам по себе, и я не могу сотворить чудо. Попытайся еще разок, Гарик, ради спасения Виолетты. Не могу, у меня ничего не выйдет.
Мне кажется, здесь явно чего-то не хватает. Думаю, стоит добавить овощей, чтобы получилось полноценное сбалансированное заклинание. Все самое хорошее из Греции попало в салат. Мне кажется, здесь явно чего-то не хватает. Думаю, стоит добавить овощей, чтобы получилось полноценное сбалансированное заклинание. Да чего, хорош красавчик. Похоже на мамочкину стряпню. Фу! Привет, Виолетта.